К другим темам, взрывные работы на Северной Двине, скорее всего, больше проводиться не будут. Последнюю спецоперацию устроили в 30 километрах от Архангельска в районе деревни Черный Яр. Одно из самых заторопасных мест Двины. Это обусловлено поворотом русла Имельме. У Черного Яра спасателям удалось ослабить лед на линии длиной почти в километр. Изначально рассчитывали справиться силами ледоколов капитан Чедаев и капитан Евдокимов. Но затор оказался серьезнее, чем предполагали спасатели. Если мы не вскроем эту пробку и не подготовим дальше устье реки для того, чтобы принять основной ледоход, значит, будем иметь подтопление, чего бы, конечно, не хотелось. Лед в этом году взрывали на Алая, на двух участках реки Пинига, а также в Холмогорском районе, на участке Орлицы-Кривое. Там затор еще сохраняется. Голова основного ледохода сейчас в районе Верхней Тоймы.